4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, как будет расти, победа будет за нами. Прошла минута скорбного молчания, но с нами остаются навсегда и вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года.